Приехали сюда всей семьей, шутит зоотехник Елена Павлова. 12 птиц, 2 кота и 2 сторожа. Раньше лебеди всей стаей проводили зиму в Самарском парке 50 лет октября. Старое название – парк металлургов. Там для них был оборудован специальный домик. Необходимость переехать возникла в связи с капитальным ремонтом парка. Они у нас, конечно, здесь поживают хорошо. Кормим мы их 2 раза в день. Подкармливаем сейчас. Бывает тоже до 2 раз. И зерно мы, и трава, конечно, нам люди приносят, помогают. Устроили им гнезда, они садятся на гнезда. В рационе лебедей пшено, каша, овощи и рыба. Для хорошего зрения – витамин А, содержащийся в моркови. Птицы способны хорошо переносить температуру до минус 15 градусов. Благодаря усиленному питанию они накапливают энергию и мало двигаются. Но сотрудники все же переживают за старого лебедя по имени Василиса. Поэтому она ночует в домике вместе со сторожем и кошкой. Согласно первому этапу капитального ремонта парка имени 50 лет октября, подрядчик должен завершить работу по лебяжьему дому до 31 октября. То есть мы планируем конец этой недели, начало следующей лебедей перевести. В парке 50 лет октября для птиц заканчивают строительство так называемой лебяжки – теплого зимнего домика с вольерами для ночевки. Меньше чем через неделю все пернатое семейство вернется домой. Для того, чтобы не травмировать птиц, их аккуратно перевезут в закрытых ящиках. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События.